Gentle. Careful. Uh-oh, I gotcha. Okay, that's too much. Oh, you got it? I don't know what it is. Так, появлюсь на камеру. Я, честно говоря, не уверена, в какой влог это видео выйдет. Я снимаю, надо остановиться и сделать хоть какую-то серию из каких-то там дней. Как-то графика сейчас нету, леплю, что есть. Я извиняюсь. Что у нас сейчас? Сейчас у нас четверг. И младшие мне говорят: мама, пошли к бабушке. И я так, реально, мы давно у бабушки не были. Я бабушке позвонила, говорю: дети хотят увидеть бабушку. А бабушка говорит: ну так приезжайте. Так что мы едем к бабушке. Мы тут собираться начали к бабушке. Я думаю, я их еще на фонтаны выведу после бабушки. Тут звонит Ирина. Говорит: что ты делаешь? Я говорю: ничего не делаю. Говорит: приходи в гости, у меня торт есть. Дважды просить не надо. Марина готова. Я готова для тортика, тем более Ириныного. Так что, похоже, друзья, мы едем на торт. Какая бабочка у бабушки появилась. Жовто-блакитная. Бабушка, ты специально такие цвета выбирала? Смотри, какая у тебя патриотичная бабочка. Смотрите, говорит: осторожно, не садитесь. Мурка, уже ж не зима, что ты прячешься? Ну, мама дорогая, капец. Чисто видно постель, она туда и зашнуровала. Ну, какая молодец. Разбалованная девушка. Я сейчас перестановку сделаю. Ага, бачу. Огурец с маминого огорода. Ничего так вкусненько. Не хочу я мясо, мама, я только голубцы твои ела, спасибо. Мама меня накормила. Розочка с сада. И елочка. Обломалась я так. Ну что, такая новогодняя кебаба. Мама говорит: купила абрикосы. Вау. Надеюсь, что такой фокус. Надеюсь, что вкусные. Пока. Здесь пилишь, я там. Ну давай. Хорошо. Я буду их съесть. Конечно, не со своего дерева в Украине. Ну ничего, нормально. Не такие прям сочные, я бы сказала. Ну, за неимением другого. И это хорошо. Бабушкин урожай помидорчиков тоже. Ну, понимаю. Еще доспеть надо. Такой интересный помидор. Наверное, мальчик. Просто не доспелая была. Вот это спелая. Вот это вкусная прям по-нашему. Сочная. Вообще очень редко найти. Можно нет, найти. Нет, в Справуте еще кое-как. Ну, в Справуте, да. А в других магазинах. Вообще не в Справуте там как более-менее такое натуральное, органическое, бла-бла-бла. Вот это вкусно. Так. Абрикосы поела, огурец съела. Пишет Ирина, что она уже дома. Приезжай. Так что едем к Ире. У Иры ремонт. У Иры мы снимать не будем. Ну, может, сам десерт. Но я вам обещаю, что я проведу хорошее время. Тут у нас дынька, чаечек. Какой тортик интересный. Тут прослойка какая-то фруктовая. Супер, смотрите, какое. Какая вышина торта, обалденная. Ничего себе, какой. Может, один тортик? Ну, еще маме какой. Пробный тортик. У тебя, да. Видишь, какая ты молодец? Я вот тебя не заставлю пробные тортики делать. Я специально тебя выгладила, чтобы ты зилочек. Чтобы я пробовала. Как хорошо. Я всегда рада помочь. А запах стоит пирогов с маком. Такое ощущение, я говорю, как будто маковик пекла. Она говорит, пироги с маком пекла. Так что, ну, почти. Из вишни я пекла. Из вишни тоже обалдеть.
Так что мне приятного аппетита, друзья. Мы посидели с подруженькой моей. Я попрактиковалась украинским языком. Украинского языка. Ну, вы знаете, что Ира и ее муж, они из Западной Украины, они говорят чисто по-украински. Я всегда стеснялась говорить по-украински, но в этот раз я решила, будем практиковаться. Надо практиковаться. Может, как-нибудь доеду до Украины. Я знаю, что многие люди сейчас пытаются возвращаться к своим корням. Я всех поддерживаю, тоже практикуюсь. Что было немного, наверное, дико для Иры и Ивана. Но я стараюсь. Ладно. Пойду спасать маму, наверное, детей выведу на фонтаны. Здесь еще русский магазин, по-моему, еще открыт. Хочу посмотреть, если есть копченое сало. Тут заодно еще куплю копченое. Так, вывезла я в парк малых. У нас еще минут 40, наверное, есть. Может, меньше, не знаю. Здесь есть дети. Есть с кем играть. Я чашки нашла в машине. В общем, они... О-о! Ой, Шкода малая. Ох, и Шкода. Какая у нас луна. Ой, привет, луна. Еще светло, но луна есть. А там солнце за деревьями. Дети очень бесятся, у нас еще время есть. Красота. Вообще день прекрасный. Свежо. Скарлетт сидит в машине. Воду уже отключились, без 10:08. И я сейчас детей подкину на другую сторону парка. Там у нас площадка игральная. Все дети побежали туда, там своим еще поиграться некоторое время. Везу на машине. Можно было пешком просто дойти, но я не хотела оставлять Скарлетт саму в машине на другой стороне парка. Мало ли что. Быстрее доехать. О, там камни. У меня теперь глаза открыты на камни. Мне немножко осталось. Я собираю везде. То там, то там. Скарлетт подумывает выкатиться из машины. Все, они пошли к своим друзьям, с которыми играли. Вечер просто обалденный, конечно. Просто обалденный. О, камушек. Подбираем. Небольшой, правда, но хоть что-то. Не холодно. После дождя. Ой, кто из моих детей только здесь не игрался? Выросли на этой площадке. Слышу, Тринка уже играет в Among Us на площадке. Они уже там что-то придумали. О, мама. О, мама. Be careful! Oh, Scarlett, that's all they need. Here, I'll put my finger right here. There. Так, их друзья уже ушли, это только мы остались. И меня удачно начинают есть комары. Едем уже домой. Вечер просто шикарный. Я открыла окна, наслаждаемся хорошим, приятным воздухом. На следующей неделе это уже все должно меняться. Так что наслаждаемся, пока есть возможность. Я домой ехать. Вспомнила, что я же по пути в русский заехала, купила сало, колбасы. Копченой. А, и мама яйца домашним передать. А я уже собралась ехать до фривея, до скоростной дороги. Вспомнила вовремя, слава богу.
Что с кроватью сделал? Привет! Ты что, ты кого тут? Ты кого тут атакуешь? Я не поняла. Была кровать, он и с ней и это самое, игрался, перевернул через себя, запрятался под кроватью. У него игры, понимаете. Я там завтрак делаю детям, а он меня... Есть меня! Ну что это за тигр такой? Ну что это за тигр такой? Ну такой тигр, ну такой тигр. Ну что? Ой. И мурчит, и кушает маму. И вообще я не знаю, что делать с этим ребенком таким классным ребенком. Аучки, а больно? А больно, мамочки? А зачем? А зачем ты такое делаешь? Ой, ты морда маленькая, такая красивая мордочка. Да? Работа пришла, у нее какой-то сюрприз. Ты Wow, it's a dinosaur! Who would win? It's like the bears, only it's dinosaurs, Josh. Wait, hang on. I got you a Becky. Say thank you. Can we read it? Can we read it, Daddy? She just came home, babe. You're so cute. Hey, what are you doing here? It's like everyone's here. Okay. Пошел под кровать, сестре. Дождались. Все дождались, сестры. Я еду за Скарлетт. Она сегодня в летней школе. Она пропустила за эту неделю 4 дня в летней школе. Она говорит, мама, я не знаю, зачем мне там надо. И вообще там дети надо мной подкалывают ее. Там какой-то мальчик, они подкалывают, что она замуж за него поедет. Ну, короче, ну как дети. Я не хочу там быть. Но я, честно говоря, тоже не понимаю, зачем ей там быть в этой летней школе. В школе мы вот получили ее табель по почте. У нее одни пятерки и четверки. Там, наверное, из-за двух четверок они решили, что ей нужна летняя школа. А я такая, знаете, мы несколько раз просто проспали. Okay. Но сегодня решили отметиться, я ее все-таки сбросила. Она говорит, что как бы там по идее должны быть какие-то экскурсии, но не знаю, когда они будут. Следующей неделе уже последняя. Вот. Ну, в общем, уже еду забирать ее. У нас погода теплеет. Хоть у нас дождь был такой хороший дождь, ночью был так классно спалось. Ладно. А Габриэла с другом, Джульетта с работы вернулась. Денис сегодня выходной, он там что-то с детьми делает, ну как дома, он планирует, в общем, работает над домашними делами и хочет провести время с детьми. А то все, я маме тоже надо небольшой отдых. Ладно. В общем, у нас уже 7:00. Дэнни вывел детей в бассейн. А Габриэл проводит время со своим другом. Это я и Джульетта. Джульетта, мама, наш шанс смотреть Академию Амбрелла. Мы вчера смотрели первую серию. Новые серии выходят 22 числа. Так что он говорит, у нас не хватит времени, нам надо быстрее смотреть. Так что мы используем момент и будем смотреть Академию Амбрелла. Потом хочу закрыть предыдущий влог. У нас уже сегодня суббота. Суббота к нам приезжают Анжелика и Вики. И мы сегодня идем смотреть одно здание. Возможное место, где будет свадьба. В общем, мы начинаем делать некоторую подготовку. Хотя свадьба еще не скоро, но я думаю, скоро, достаточно скоро, что надо начинать это делать. Так что возвращайтесь и увидите, куда мы пошли. А я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю свободы, победы, мира в Украине. До новых встреч и бай-бай.